Египет. Богатейший источник археологических находок на планете. Ничего себе! Эти пустынные пейзажи скрывают секреты древней цивилизации. Никогда такого не видел. На протяжении целого сезона раскопок наши камеры следили за напряженной работой ведущих специалистов-археологов. Критический момент. Они проникают в тайны прошлого. Нам сегодня повезло. Ух ты, сколько мумий. Ужасный запах. И совершают открытия, способные переписать историю древнего мира. До сих пор у нас не было доказательств. Отсюда все и началось. Боже, я такого не ожидал. На этот раз мы раскроем секреты величайших строений древнего Египта. Это пирамиды. Крис выясняет, почему построили первую пирамиду. Это невероятный прорыв в архитектуре. Мирослав ищет гробницу Зодчего, который начал строить пирамиды в Египте. Видны следы входа. Так. Камиль раскапывает новые скелеты в древнейшем заупокойном комплексе. Мы обнаружили останки другой мумии. Судя по всему, это глазное яблоко. А Кристель расшифровывает древние тексты и изучает верования, благодаря которым появились эти сооружения. Ух ты! Невероятно! Египетские пирамиды. За последние 300 лет исследователи нашли более 130 таких древних сооружений. Но тайны этих памятников и погребенных внутри них фараонов остаются нераскрытыми. Чтобы разгадать загадки этих построек, каждый год археологи изучают колыбель этой уникальной древней архитектуры. В 16 километрах к югу от великих пирамид Гизы находится Саккарский некрополь. Сегодня египтолог Крис Нонтон попробует выяснить, с чего началось строительство пирамид. Ему разрешили исследовать зоны некрополя, куда пускают далеко не всех. Для меня это удивительный момент. Я никогда не был внутри. На древнем кладбище находится 11 пирамид и сотни гробниц. Но над всеми сооружениями возвышается одна конструкция – первая пирамида в истории. Вот где все началось. Это первое в мире монументальное здание из камня. Это ступенчатая пирамида фараона Джосера, царя Третьей династии, построенная более 4500 лет назад. Этот архитектурный шедевр создал древнеегипетский зодчий Имхотеп. Его работы сыграли важную роль не только для египтян, но и для человечества. Рожденный простолюдином, Имхотеп стал доверенным советником фараона Джосера, а со временем и главным архитектором. Он спроектировал ступенчатую пирамиду и заменил саманные кирпичи каменными блоками, что позволило строить более крупные сооружения. Более чем через 2000 лет после смерти Имхотепа его стали почитать как бога, ему поклонялись греки и римляне. Крис хочет выяснить, что вдохновило Имхотепа на создание новаторской ступенчатой пирамиды. Он поднимается на холм, чтобы изучить форму более древних погребальных сооружений вокруг. Это так называемые мастабы. Посмотрите, вот такие квадратные платформы, стены которых слегка склоняются к центру.
Крис находит следы этих простых сооружений в конструкции Имхотепа. Если подойти ближе к пирамиде, можно хорошо разглядеть несколько платформ, одна поверх другой. Нижняя в каком-то смысле мастаба, но последующие ярусы превращают ее в пирамиду. Это невероятный прорыв в архитектуре. На строительство ступенчатой пирамиды ушло более 5000 тонн известняка. Ее ярусы похожи на мастабы. Высота сооружения более 60 метров. Тогда это было самое высокое здание в мире. Пирамида оказала огромное влияние на ландшафт Древнего Египта. Еще 10 царей повторили проект Имхотепа, решив приобрести тот же статус, что и фараон первой пирамиды. Их усыпальницы стали самыми известными священными зданиями на свете. В результате некрополь протянулся на 8 километров, и появился просторный город мертвых. Сегодня шедевр Имхотепа все еще возвышается над египетской пустыней. Сооружение сохранилось, но никто так и не нашел останков самого зодчего. Пирамида Джосера. В километре к северу от ступенчатой пирамиды археологи ведут раскопки в надежде отыскать гробницу. Саид, покажите. Нет. Руководитель Мирослав Барта 30 лет ищет в Сакаре последнее пристанище Имхотепа. Если найти его погребальную камеру, можно выяснить, почему появились величайшие сооружения Египта. Это самый центр Сакары, полный сокровищ, как говорят ученые. Раскопки идут 2 недели, и инспектор Хамада Шахата пришел изучить новую находку. Мне хочется узнать, что происходит внутри, поэтому я спущусь туда. Заполненная песком шахта идет прямо до твердых пород. Кто знает, к чему она приведет? Может, гробница Имхотепа? Через несколько часов мы выясним, что там внизу. Сегодня утром археологи счистили песок рядом с шахтой и совершили интересное открытие. Мы наткнулись на огромное количество пивных кувшинов. Здорово. Нам опять повезло. Это хороший признак. Керамику такого стиля делали при жизни Имхотепа. Археологи раскапывают шахту в надежде найти погребальную камеру. Я нервничаю и волнуюсь все сильнее. Появляется мокрый песок. Этому есть очень простое объяснение. Мы приближаемся к уровню грунтовых вод. Может, это и пустыня, но глубоко под песком есть подземные воды. Многие египетские гробницы были затоплены и уничтожены. Пусть шахта будет неглубокой. Если внизу усыпальница Имхотепа, было бы хорошо наткнуться на вход, вытащив еще несколько корзин песка. Так. Рядом с погребальным комплексом Джосера ученые исследуют еще одно таинственное сооружение, всего в 140 метрах от ступенчатой пирамиды. Работами руководит археолог Камиль Курашкевич. Он уже 23 сезона изучает древнюю Саккару. Мы обнаружили остатки огромной траншеи, которая окружала комплекс ступенчатой пирамиды, как ров возле средневекового замка. Ширина рва более 40 метров, его глубина 20 метров. Вероятно, Имхотеп использовал добытый здесь камень для постройки этой пирамиды. Из песка появляются огромные рукотворные стены. Скорее всего, Камиль раскапывает необычную каменоломню. Если он выяснит предназначение этой конструкции, возможно, мы узнаем что-то новое о проекте Имхотепа. Биоархеолог Ивонна Казирацка-Агунмакин за 19 дней нашла не только песок и камни, но и человеческие останки. Мы случайно наткнулись на них.
Вот так. Да, как интересно. Это молодой человек, подросток. Приблизительно лет 14. Эти кости смогут ответить, зачем Имхотеп выкопал ров. Вскоре ученые находят второй полный скелет. Посмотрите. Какой из них новый? Последний? Этот. Второй могилы пока еще не видно. Но поверьте нам, она здесь. Судя по всему, это сохранившееся глазное яблоко. Захоронение близ ступенчатой пирамиды может открыть новую главу в истории этого уникального сооружения. Но сначала Камиль должен выяснить, почему людей похоронили здесь. Выглядит подозрительно. Илонна осторожно счищает песок с древних останков, погребенных во рву. Она хочет узнать, почему тела похоронили здесь. Объяснят ли останки, почему Имхотеп приказал выкопать этот ров вокруг первой в мире пирамиды? Ивона откапывает черепа и находит следы погребальных практик древних египтян. Видно отверстие, проделанное в черепе через носовые проходы. Так извлекли мозг. Думаю, использовались полотняные бинты, чтобы очистить внутреннюю полость. Остатки бинтов и следы извлечения мозга указывают на то, что усопшего замумифицировали. Так сохраняли тела во времена Имхотепа. Ученые расчищают песок, но Камиль не видит связи между скелетами и рвом. Тут нет ничего похожего на гробы. Могилы очень простые. Это значит, что погребения появились гораздо позже эпохи Имхотепа. В его время простых смертных никогда не хоронили рядом с фараонами. Но есть доказательства того, что люди хотели быть похороненными здесь. Они знали о кладбище рядом с комплексом ступенчатой пирамиды. Быть погребенным рядом с творением Имхотепа – это лучшее, чего они могли ожидать. Камиль уверен, что под песком скрываются и другие подсказки, поэтому просит коллег раскапывать ров побыстрее. Всего в 140 метрах оттуда Крис изучает гигантское сооружение – ступенчатую пирамиду Джосера. Он может найти нововведение Имхотепа, благодаря которым египтяне тысячи лет строили пирамиды. Доступ в заупокойный комплекс Джосера ограничен. Но Криса туда проведет археолог Рагаб Дауд. Здравствуйте. Вы Рагаб? Все верно. Зайдем внутрь? Да, спасибо. Они идут по туннелям, которые ведут в погребальную шахту глубоко под пирамидой фараона. Надо же, просто потрясающе. Она огромная. Да, значит, пирамида сверху, над нами, да. Ух ты. То есть фараона похоронили именно на дне шахты. Там он и упокоился? Да, верно. Поразительно. Чтобы создать одну из крупнейших погребальных камер в Египте, рабочие выкопали тысячи тонн известняка. Подумать только, все это вырублено в твердой породе. Осторожно, спасибо. Да уж. Идите аккуратнее. И налево. Да. Туда? Да, туда. На глубине 30 метров Рагаб показывает древнюю резьбу. Взгляните, мы обнаружили в шахте блоки со звездами. Да, ух ты. Первостроители оставили здесь эти блоки. Удивительно увидеть,
Тут образцы этих звезд, потому что обычно они находятся на сводах храмов и гробниц. А это первый пример применения подобных украшений. Вот откуда все началось. Это еще одно нововведение. Золотые на голубом фоне звезды Имхотепа украшают усыпальницы, построенные на 1000 лет позже. Вот как зодчий представлял эту удивительную гробницу. Они изображают ночное небо. Хотя Джосер и упокоился под землей, в кромешной темноте, он символически может видеть ночное небо из камня. Таким образом, фараон как бы может путешествовать к звездам. Вот каким Имхотеп представлял себе путь в загробную жизнь. Подземный лабиринт Имхотепа – новаторский архитектурный эксперимент. Он стал образцом для египетских пирамид на сотни лет. В 3 километрах к югу от монумента Джосеру находится место, где стояла пирамида фараона Иби. Возведенные через 500 лет после эпохи Имхотепа сооружения разобрали по кирпичам, чтобы построить древний Каир. Но Кристель Альварес считает, что иероглифы могут больше рассказать о верованиях, которые вдохновили Имхотепа и других египтян на постройку пирамид. Посередине погребальная камера, где сохранились тексты, написанные 4000 лет назад. Они известны как тексты пирамид. Кристель хочет расшифровать эти древние коды, но сначала надо восстановить поврежденные надписи. Подходит. Сразу понятно, что он отсюда. Один фрагмент обрел свой дом. Но не хватает очень много кусочков. Это непросто. Нужна еще пара рук. Этот должен быть где-то здесь. Вот тут надо найти больше фрагментов. Если Кристель отыщет пропавшие части иероглифов, она сумеет расшифровать древние письмена. Чтобы осмотреть стену целиком, необходимо убрать 2 больших блока. Она считает, что в углу гробницы есть загадочные тексты, которых никто не видел 4000 лет. Да, может быть, мы обнаружим какие-то элементы? Пирамида Джосера. В 3 километрах к северу Мирослав 3-ю неделю раскапывает гробницу, и ему, наконец, сообщают о прорыве. Исмаил? Да. Мы нашли его? Да, он здесь. Открыт или закрыт? Еще непонятно. Ясно. Видны следы входа. Как вовремя. На дне шахты ученые обнаружили то, что считают входом в погребальную камеру. Он идет в ту сторону? Можете спуститься, если хотите. Ладно. Но радоваться пока рано. Мирослав надеялся услышать другие сообщения со дна шахты. Он открыт. Говорят, что открыт. Гробницы всегда замуровывали. Если она открыта, значит, там побывали грабители. Мы просто идем по стопам древних воров. Но внутри могут ждать важные открытия. Ну что, давайте быстрее! Под ступенчатой пирамидой в Саккаре Крис и Рагаб исследуют лабиринт туннелей внутри усыпальницы фараона Джосера. Они хотят выяснить, зачем Имхотеп приказал вырубить 1000 тонн породы, чтобы похоронить своего владыку глубоко под землей. А туда можно? Да. Я уже запутался. На глубине 30 метров под землей они заходят в камеру под огромным каменным сооружением. Ух ты! Вот это да! Он громадный! Да, это гигантский саркофаг Джосера. Его похоронили внутри. Он построен из огромных гранитных блоков. Внутрь не попасть. Именно так и планировал Имхотеп. Разумеется, архитектор не знал, что позднее грабители умудрились как-то проникнуть туда.
Когда археологи обнаружили саркофаг Джосера, там не было его тела и сокровищ. Погребение под землей не спасло останки фараона, но камеру выкопали не только для безопасности. Древние принесли тело Джосера глубоко под землю. Отчасти они хотели физически доставить его в своеобразный подземный или загробный мир. Пирамидальная усыпальница служила для покойного царя огромным входом в загробную жизнь. Увенчанная пирамидой, гробница царя Джосера служила маяком для археологов прошлого. Почти в 700 метрах от ступенчатой пирамиды Мирослав ищет усыпальницу Зодчего, великого Имхотепа. На 24-й день ученые заметили отверстие на дне шахты. Это важное открытие. Ее разграбили. Все равно. Не сглазьте. Мы сейчас спустимся, чтобы увидеть вход. Держите кулачки. Мирослав давно ждал этого момента. Волнение все нарастает. Возможно, он на пороге исторического открытия. И вот мы здесь. Чудесный известняковый саркофаг. К нему не прикасались более 4000 лет. Но вблизи Мирослав различает следы разрушения. Как жаль, печально. Мумия полностью расчленена. Осталась только куча костей в северной части саркофага. Не очень хороший конец для этого господина. Пробравшиеся в усыпальницу воры разломали и саркофаг. Его разграбили в древности, потому что самая важная добыча расхитителей – личные украшения. При таком уровне разрушения идентифицировать тело практически невозможно. Но вдруг здесь есть доказательство, что это великий Имхотеп. Думаю, уцелела большая часть погребального инвентаря. Это ценный источник информации. Внутри Мирослав находит вещи, которые указывают на статус усопшего. Посмотрите, это так называемые канопы. В них складывали мумифицированные органы покойного. Мумифицировали только знатных людей, в том числе Имхотепа. Чтобы установить личность умершего, ученые отправляют артефакты на изучение. Глубина 13 метров. Все, мы закончили. В 3 километрах к югу, в пирамиде фараона Иби, Кристель хочет отодвинуть 2 каменных блока, за которыми могут скрываться утерянные 1000 лет назад тексты. Они помогут расшифровать коды и понять, о чем думали строители пирамид. На это уйдет время. Нужны балки и канаты, чтобы их оттащить. Рабочие начинают передвигать блоки, открывая часть стены с письменами, которых никто не видел 1000 лет. Надеюсь, мы найдем другие фрагменты. Для расшифровки текстов пирамид дополнительные части должны быть целыми. Надеюсь, тексты, которые должны быть на стене, не сильно повреждены. Иероглифы у основания блоков могли запросто исчезнуть. Каждый блок весит почти тонну. От любого движения могут повредиться хрупкие древние надписи. Дальний нужно отодвинуть. Нет, давайте я возьму. Нет, сломан. В руинах усыпальницы фараона Иби Кристель отодвинула 2 мешающих каменных блока и продолжает искать части древних письмен, которых никто не видел 1000 лет.
Она уверена, что тексты могут пролить свет на верования, которые подвигли египтян, включая и Имхотепа, строить пирамиды. Раньше мы не могли заглянуть в этот угол, потому что его загораживали крупные блоки. Расчистив песок, Кристель совершает первое открытие. Есть один фрагмент, который мы нашли в углу. Это нижняя часть картуша Иби. Посмотрим, есть ли там что-то еще. Это царский иероглиф. Да, вот еще один. Доказывает, что тексты были написаны, чтобы осуществить священную цель пирамиды – доставить фараона в загробную жизнь. Вот еще один. Среди иероглифов Кристель узнает фигуру, известную всему Египту и большей части древнего мира. Посмотрите, на картуше, видимо, знак бога Осириса. Это одно из самых ранних описаний Осириса – бога воскресения и подземного мира, который позднее перешел в греческую и римскую религии. Эти иероглифы были начертаны во время зарождения верований, которые сохранялись тысячи лет. Тексты пирамид – древнейшие копии религиозных текстов. Найденные в 11 пирамидах Саккары тексты пирамид повествуют о верованиях первостроителей. Время работы подходит к концу, но Кристель все еще не хватает сотен фрагментов. Чтобы заполнить пробелы, она хочет сравнить найденное с другими текстами пирамид. При сопоставлении разных версий иногда можно кое-что выяснить. Кристель отправляется искать иероглифы в усыпальнице, куда за последние 50 лет мало кто заходил. Интересно увидеть, что нас ждет. Пирамида Джосера. В центре Саккарского некрополя группа Камиля упорно раскапывает огромный ров, окружающий пирамиду фараона Джосера. Мы ищем конструкции, которые могли быть частью первоначального проекта. Начинают появляться камеры, прорубленные в стенах древнего сооружения. Мы обнаружили вход в комнату, вырубленную в стене рва. Камеру окружает хрупкая порода. Туда опасно заходить из-за трещин, но Камиль решил осмотреть туннель, который они смогли укрепить. Сначала мы увидели начало коридора. Это очень необычно. Во время исследования мы продвигались в сторону пирамиды, и туннель становился все более странным. Камиль считает, что он может рассказать о предназначении рва. Это поистине впечатляющая работа древних каменотесов. Пирамида в той стороне. Коридор направлен практически к ее центру. Похоже, шахта ведет прямо к пирамиде. Но нужно убрать весь песок, чтобы выяснить, что находится в конце таинственного туннеля. В километре к северу от ступенчатой пирамиды Мирослав и его коллеги пытаются установить, кто был погребен в обнаруженной усыпальнице. В поисках подсказок они раскапывают отдельное сооружение рядом с входом в погребальную шахту. Мирослав обнаружил часть оригинальной мастабы. Это огромная камера в 15 метрах над гробницей. Можно сказать, что это часовня, где люди оставляли подношения. Стена с отверстием отгораживает маленькую камеру, где стояла статуя усопшего. Может быть, здесь сохранились подсказки о том, кто это был. Двое рабочих скоро расчистят пол, но нужно быть очень аккуратными, как вы понимаете. Это очень трудная работа. Вынимать песок из камеры можно бесконечно. Пока все хорошо, но надо помнить, что туда ветром наносит песок. Это как наводнение. Мы спустимся и посмотрим, что там есть. У Мирослава есть последний шанс установить личность погребенного. Когда он подошел к входу в камеру, рабочие обнаружили нечто интересное. Возьми кисточку.
Мирослав хочет спуститься и изучить находку. Настал момент спуститься и поискать на стенах возможные надписи, которые могут рассказать нам про усопшего. Надеюсь, нас ждут сюрпризы. Пытаясь установить, кто погребен в усыпальнице в Сакаре, Мирослав изучает стены недавно обнаруженной камеры в мастабе. Так, тут что-то написано красным. Начинается здесь, наверное. А вот и другая надпись. За 4500 лет краска потускнела, но Мирослав распознает части надписи. Сейчас я не могу прочитать все правильно, но можно разобрать две «и», «х», «б» и «т», наверное. Эти символы передают звуки «х», «та» и «па». Они могут быть частью имени Имхотеп. Мы обнаружили всего 4 надписи красной краской. Похоже, все они одинаковые, только перевернутые. Я бы сказал, что это имя усопшего. Почему некоторые надписи перевернуты? Все дело в том, как египтяне построили эту гробницу. До возведения строители пометили некоторые камни именем заказчика. А потом не обратили внимания на то, как установили камни. Это объясняет, почему некоторые из найденных Мирославом надписей перевернуты. Пока иероглифы не расшифрованы, нельзя сказать, чья это усыпальница. Почти в 700 метрах оттуда коллеги Камиля раскопали весь каменный коридор. Он не ведет к пирамиде, но Камиль считает, что странный предмет внутри туннеля может объяснить, зачем Имхотеп выкопал этот гигантский ров. Ученый проводит дальнейшее исследование. В конце коридора, в маленькой комнате, мы нашли огромный деревянный гарпун, помещенный в специальный цилиндрический контейнер. Впечатляет! Гарпун вырезан из цельного куска можжевельника. Это ценный предмет. Узор в виде змеи относит его к эпохе Имхотепа. Это ритуальный предмет. Его не могли использовать для боя или охоты, потому что он слишком большой и тяжелый. Гарпун находится в камере, расположенной внутри рва. Возможно, это подскажет, для чего был нужен ров, окружавший уникальную пирамиду Имхотепа. Это была трехмерная модель дороги в загробный мир. Путь, по которому царь поднимался в рай. Гарпун изготовили для того, чтобы фараон им пользовался в загробной жизни. Царя похоронили глубоко под землей, поближе к подземному миру и дороге к воскресению. Египтяне верили, душу царя подкрепляли оставленные в туннелях подношения. Спрятанным в стенах рва оружием, он поражал врагов, пока не оказался в загробном мире, где, наконец, превратился в бога. Возможно, так Имхотеп представлял священный путь фараона после смерти. Если Камиль прав, он обнаружил истинный масштаб замысла строителя первой в мире пирамиды. Комплекс ступенчатой пирамиды был экспериментальным. Имхотеп объединил религиозные и идеологические концепции и перевел их в камень. В 3 километрах к югу оттуда стоит пирамида фараона Пиопи II, построенная через несколько веков после монумента Имхотепа.
Кристель полагает, что там есть древние тексты пирамид, которые могут восполнить пробелы в надписях из усыпальницы Иби. Впервые с 30-х годов 20 века в пирамиде Пиопи II начинаются работы. В отличие от уничтоженного памятника Иби, пирамида Пиопи уцелела. Там осталось много археологических сокровищ. Туда никто не заходил десятки лет, но у Кристель есть ключи от замка. Невероятно. Ух ты. В усыпальнице Пиопи II Кристель изучит крупнейшее из найденных собрания текстов пирамид. Эти письмена помогут узнать больше о верованиях, которые вдохновили на возведение этих загадочных сооружений. Надо же! Сколько всего здесь сохранилось. Замечательно. Я хочу рассмотреть западную стену. О, да. Тексты идут до пола. Впечатляет. Видны белые и зеленые краски. Даже линии в конце. То, чего я не нашла в пирамиде Иби. Кристель ищет фрагменты, которые совпадают с надписями в гробнице Иби. Можно увидеть очень похожее расположение линий. Здесь текст написан горизонтально, а здесь вертикально. С помощью базы данных надписей Кристель выискивает и расшифровывает знакомые части древних иероглифов. Тут указано: передняя камера, западная стена, 11-я колонка. Текст начинается оттуда. Заклинание пробуждает паромщика и привратника. Это одно из древнейших в мире заклинаний для вызова паромщика. В более поздних мифах его называют Немти. Это бог с головой сокола, который перевозит души покойных по загробному миру. Умерший фараон должен призвать паромщика, который провезет его по опасным водам подземного мира. И доставит в царство бога солнца Ра. Иероглиф паромщика внутри пирамиды вырезали для того, чтобы гарантировать защиту усопшему. Полные заклинания на стенах пирамиды Пиопи подсказывают Кристель, что было написано в усыпальнице Иби. Тексты вырезаны в погребальной камере, а это значит, что заупокойные комплексы несли ритуальную функцию. В пирамидах поминали фараона и проводили религиозные обряды, чтобы покойный царь смог удержать свой высокий статус и в загробном мире. Как и сами сооружения, древние иероглифы внутри пирамид имели священное предназначение. Они прокладывали фараону дорогу в загробный мир. Он по-прежнему оставался царем, когда попадал туда. На базе в Саккаре Мирослав изучает древние надписи в надежде выяснить, что начертано в усыпальнице, и установить личность умершего 4500 лет назад. Как это замечательно! Обнаруженные в другом заупокойном комплексе иероглифы напоминают надписи каменщиков на стенах мастабы. Это имя принадлежит определенному чиновнику того же периода, контекст один и тот же. Рядом с символами изображена фигура. Возможно, это он. Мирослав сумел полностью перевести написанное имя. В этой части стены вырублена Птах-Вер. Это он, Птах-Вер. Ученый выяснил, кто лежит в древней гробнице. Это не Имхотеп, а другой высокопоставленный египетский чиновник по имени Птах-Вер. Представляете, мы нашли гробницу человека, который жил 4500 лет назад. Мы также обнаружили его имя на камнях. Это уникальное событие. Но кто такой Птах-Вер? И почему его погребли
рядом со ступенчатой пирамидой Джосера. Подсказки могут дать древние письмена на другом конце Саккарского плато. Это заупокойный комплекс Сахуры, который правил Египтом через 100 лет после смерти Имхотепа. Коллега Мирослава, Мохаммед Исмаил Халет, пришел изучить надпись. Она укрыта за этой современной стеной и может рассказать про жизнь и работу Птахвера. Я так долго ждал, когда наконец увижу сам рельеф. Ух ты! Давайте немного очистим от пыли. Потрясающе. Мастер подробно изобразил все мелкие детали. Реставратор начинает очищать камень. Появляются фрагменты древней картины. Мы работаем почти как детективы. Под многовековым слоем пыли скрывался древний портрет Птахвера, а также символы, которыми записано его имя. Вот его титул и имя. Птахвер. Титул написан у него над головой. Он был скульптором, а также руководил доставкой камня на кораблях. Через 100 лет после того, как Имхотеп построил первую пирамиду, жил и работал Птахвер, еще один умелый создатель пирамид. Его высоко ценил фараон Сахура. На рисунке Птахвер пирует за царским столом. Так его наградили за службу фараону. Он возглавлял экспедиции в края на востоке от Египта и привозил драгоценные камни, слоновую кость и минералы. Птахвер использовал эти материалы для украшения пирамид. Он руководил сотнями опытных мастеров, продолжал дело Имхотепа и строил в честь своего царя. В награду за самоотверженный труд его похоронили возле пирамиды Имхотепа в Саккаре, на самом священном кладбище в Египте. Поистине удивительно, что Птахвера изобразили в подобной сцене. Он просто сидит, отдыхает и ест. Теперь мы знаем, что Птахвер занимал весьма высокое положение. Вот почему фараон вознаградил его за прекрасную работу. Мирослав и его коллеги нашли Птахвера, ключевую фигуру эпохи расцвета строительства пирамид в Египте. Но ученые продолжают искать Имхотепа. Через тысячи лет после возведения первой пирамиды его уникальный проект по-прежнему пользуется успехом. Благодаря этим сооружениям мы помним о фараонах, которые стремились к бессмертию. Программа озвучена на студии «Велес».